Привет, привет! А ты и правда знаешь, как можно за 10 минут сделать домашнее задание? Да. И об этом я сегодня вам расскажу. Не хочу учиться. Хочу жениться. Ведь каждый ученик хочет сделать домашнее задание побыстрее и быть свободным заниматься своими любимыми делами. Например, я люблю снимать видео для вас или поиграть в компьютерную игру. И это же возможно! А вы не верите? Тогда смотрите это видео. Поехали! Первое, что надо сделать, это выключить все приборы, которые отвлекают. Телевизор, компьютер, планшет, телефон и так далее. Второе, это сделать уроки в школе еще на перемене. Это возможность еще спросить у одноклассников, если тебе что-то непонятно. Да, а также, наверное, можно спросить и учительницы. Да, они, увидев это, захотят сделать свои уроки вместе с тобой. Да, так и можно сделать все уроки на перемене. А дома можно выучить те уроки, которые задали наизусть. Устные уроки, например, чтение книги, можно сделать с помощью аудиокниги. Например, если надо прочитать большую книгу, скачать ее и прослушать. Она сэкономит вам время. Вот так. А если кто-то не хочет вообще делать уроки? Ну а если ты не хочешь вообще делать уроки, тогда придется заплатить тому, кто за тебя их сделает. Но тогда ты не станешь умным, потому что сам знать ничего не будешь. Учиться надо, ребята! Но с умом. Если тебе эти лайфхаки были полезны, тогда ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ну, пока-пока. Всем пока! Всем пока!